На самом деле, первый бой всегда тяжелый. Ты только приехал, еще не разогрет, ну, не почувствовал эту обстановку, атмосферу, как будто бы не в своей тарелке. Так что первый бой пройден, остальные будут намного лучше. У меня всегда есть мотивация, всегда должна быть лучшей. Но здесь я обязана стать первой. Ты стала вот первым на мире или там на международном каком-то соревновании. И все хотят тебя убрать с этого места, столкнуть, чтобы они были крутые, выиграли победительницу первенства мира. Поэтому я сейчас тренируюсь больше, как я и говорила, чтобы меня никто не столкнул с этого места. Соперник был неплохой, и первый бой, акклиматизация, все это. Ну да, готовились 2 дня до боя, готовились к этому сопернику, придумывали план с тренером. Ну, вроде нормально для первого боя. Мотивация она у меня всегда была перед боями, всегда настраиваюсь, чтобы победить. Первое место больше никак.